Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые любители хоккея. Продолжается у нас игровой уикенд в Ледовом дворце Крылья Советов. И вновь у нас программу. Знакомим вас с составами. Начнем с домино. Войняк номер 7, Николай Авилонов. Номер 8, Сергей Титов, 9. Андрей Дреж, 25. Вадим Чайко, 41. Никита Петрушка, 42. Вячеслав Канашин. Уже Ураган пошел в атаку. У Урагана хорошее настроение. Настроение более даже, чем хорошее. Неврединов ищет партнеров. И в итоге решил сам бросить. Добивание! Штанга! Петров начинает новый поход. Петров сам пошел. Стукнулся с соперником. Бросок не получился. Но вторая волна. И Лаврентьев партнеру оставляет. Это, по-моему, Лосев. Лаврентьев! О, не попал по воротам. Хотя позиция была выгоднейшая. К тому же и защитник упал. И, в принципе, голкипер вряд ли успевал. А здесь Баняк отвечает своим моментом. И тоже 66-й номер. Тут перехват. Еще один бросок. И... А вот здесь Канашин как-то забыл, что нужен игровой снаряд. И у сине-желтых. Но Равиль Неврединов. Урагану нужно бросать. Да, конечно, партнера здесь в проход. Неплохо здесь убран соперник. И бросок доигрывает свои несостоявшиеся матчи. Да, всего. А почему же здесь не дали сейчас? Алексей Окишеву. Стоял Алексей на синей линии. А здесь момент какой, и штанга выручает. Не второй партнер так и не смогли до шайбы добраться. Бросок по воротам, а на добивание не успевает. Че, Александр, что-то у меня Лаврентьев Никита, наверное, с футбольным клубом Легион. А здесь выход 1-1, выручает Неврединов, но вторую попытку Роман Борисов реализует. Чуть-чуть не успели кисты Урагана для того, чтобы закрыть Романа Борисова. Ну, а тот отправил уже шайбу в ворота Равиля Неврединова. 1-0. Домино забивает. Забивает на исходе 16-й минуты первого периода. Бородавка на опережение игры. Лаврентьев. Бросок по воротам. Рикошет. И дубль 2. Полетела шайба. Дамы и господа, второй период начался в матче Ураган-Домино. Дивизион Оптимист. Лаврентьев работает на севере. Вот почему-то я хочу с близкого расстояния. А вот здесь получается пройти к воротам. Второй бросок. И повторил, да, подвиг в кавычках своих соперников. Тоже не забросил, хотя все там уже было сделано. А вот здесь момент. Алексей Бородавка принимает то шайбу. В итоге момент загублен получился. Встреча Грохолдинга и подмосковного Урагана со счетом 12-7. Да, я еще раз повторяю, там встреча Анна. Вчерашний матч, вчерашнюю победу своей команды предугадал. Но только не с таким Баняк там тяжело дышит, отправился на скамейку запасных. Атака Урагана. Ну что ж вы не разбираетесь сразу же. Но в итоге счет сравнивается. 1-1. Браво. Браво, Ураган добился своего. Пусть даже не имея бешеное количество моментов. И, по-моему, Ренат Багаудинов шайбу там отправил. Ворота Щербаков. Да, обидно, обидно, конечно. Буквально повалили всех кисты Домино на лед. 1-1. Что же, целый период впереди, а вчера-то против Перцев играли, не против Абакову. 4 секунды до окончания второго периода. Счет 1-1. Бросок не вредит. Третий период начался в матче дивизиона. Ибо ошибку, конечно, допустили Ураганы.
включался в борьбу за медали. Ну, по большому счету, только в начале февраля. Здесь вторая шайба. Вот под эти разговоры залетает в ворота Урагана. Ну и добивает. Нет, не Петров. А кто-то из партнеров там добился своей цели. В итоге ошибка на синей линии. Лаврентьев против Пелецкого. Лаврентьев пытается Пелецкого обойти. В итоге в единоборстве проигрывает. Дуэль, правда, тут же ее обратно себе забирает и забрасывает шайбу Ураган. Никита Лаврентьев воспользовался небольшой оплошностью Щербакова, который до конца домик не закрыл. И в итоге шайбу в ворота отправил. 2-2. Ну да. Куда еще? Физика, физика на месте. Все с Ураганом в порядке. Такая не... Свою шайбу забросил. Еще один бросок по воротам. Неврединов. Шайбу отправляет. Лосев бежит вперед. В итоге не только соперника. Ну что, очередной забег Петрова. Петров пошел резать угол. И Гагаев. Партнеру чуть назад. Бросок в дальний угол. Одно касание. Хорошо. Лосев пошел вперед. Лосев. Там, по-моему, там Неврединов в игру вступил. Прошла передача здесь на партнера. И еще одна. Неврединов. Вновь выручает свою команду. Там, правда, Неврединов еще Иван Каратеев помог. Не без помощи было. А вот здесь вот как Неврединову не повезло. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну, сейчас тут, конечно, Неврединов эмоции-то выплеснет. Да, обидно, обидная шайба. На исходе матча. И сделал это Илья Гагаев. 3-2. Да, жалко Неврединова. Что разгон на... Рубль, а что будет с завершением? А с завершением времени не хватает, потому что все. Ураган в упорнейшей битве проигрывает домино со счетом 2-3. Обидное, конечно, поражение для Урагана. Тем более вчера были обыграны перцы. Давайте назовем авторов заброшенных шайб. Антон Федюкин, Илья Гагаев, Роман Борисов забрасывали у домино. И Александр Лаврентьев с Ренатом Багаудиновым отличались за Ураган. Вот такой вот получился матч, который начинался так неспешно, затем разогнался. Командам большое спасибо за интересную концовку, за очень жаркую концовку. На этом мы с вами не прощаемся. Дальше матч дивизионов фаворитов.